Формула успеха. Военнослужащие Узбекистана демонстрируют во многих дисциплинах, участвуя в армейских международных играх, начиная с 2017 года. В прошлом году Узбекистан занял почетное 3-е место в общекомандном зачете. В соревновании военно-медицинская эстафета на этот раз принимают участие 8 команд из Узбекистана, Китая, России, Белоруссии, Вьетнама, Мьянмы, Палестины и Таджикистана. Условия конкурса практически те же, лишь с небольшой поправкой на технические моменты. А вот полигон Фариш претерпел изменения исключительно в лучшую сторону, что коллеги отмечают в первую очередь. По сравнению с прошлым годом, приятно удивлено, что добавилось много красивого нового. Проведена реконструкция некоторых объектов. Нам предоставлены уникальные условия, чтобы каждая команда в течение недели каждый день отрабатывал тот или иной элемент. Постоянно инфраструктура полигона Фариш совершенствуется. Как могут и умеют вкусно и правильно приготовить и накормить бойцов в условиях полигона, будут демонстрировать шеф-повара полевой кухни. 5 команд из Узбекистана, Вьетнама, России, Белоруссии и Таджикистана покажут мастер-класс. Что говорится, война войной, обед по расписанию. Накормить вкусно, готовы, приоритет восточного гостеприимства. А вот рецептуры и технология приготовления все же останутся военной тайной. Сегодня мы приготовим традиционное блюдо плов. На второе блюдо будет реза палау, называется по-таджикски. Ну, посмотрите. Секретами делиться собираетесь? Не могу. Армейские игры – это всегда обмен опытом и демонстрация профессионализма. Учение проходит на скалистой поверхности. Это и есть особенность полигона. Огневая подготовка совсем другая. Но это тоже опыт большой. Участникам состязания полевая кухня уже жарко. И не столько от костра и зашкаливающей атмосферной температуры, сколько, по словам гостей, от радушного приема хозяев конкурсов, которые готовы поделиться не только этим, ароматными изысканными фруктами для приготовления блюд щедрой земли Узбекистана в том числе. Прием очень теплый, чувствуем, как будто мы у себя дома. Мы даже такую шутку уже говорим, а у нас в Узбекистане. А это уже торжественная церемония открытия армейских игр в Узбекистане. Построение команд-участниц. Пожелав всем участникам безусловной победы и самых ярких воспоминаний о пребывании в гостеприимной стране, министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Бахадыр Курбанов отметил в своем выступлении, что масштабные зрелищные соревнования уже традиционных армейских игр дают возможность укрепить военное и военно-техническое сотрудничество на межгосударственном уровне, а также оценить способности вооруженных сил. Не менее зрелищными и эффектными были церемонии открытия 7-х армейских международных игр на территории 11 государств, где в этом году принимают участие 295 команд из 43 стран мира. А это кадры выполнения условий нашего экипажа в индивидуальной гонке первого этапа конкурса «Танковый биатлон» на полигоне Алабино Российской Федерации, где наши танкисты выступают в первом дивизионе. Тем временем на базе воинской части Восточного военного округа завершились соревнования «Дорожный патруль» среди команд вооруженных сил, проведенные впервые по инициативе Минобороны, также с целью повышения профессионализма и конкуренции среди защитников Родины. Итог: первое и второе место заняли военнослужащие Министерства обороны. 3-е место у команды Министерства внутренних дел. Так что ждем аналогичных результатов из Арми 2021.